В Могилеве есть десятки туристических компаний, которые с удовольствием помогут организовать незабываемый отдых. Изучив разные предложения, я решил посетить компанию «Тур Сервис Вояж», офис которой находится в переулке Тани Карпинской, 2А. Почему ее? Заманчивая вывеска. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Особенность «Тур Сервис Вояжа» – широкий спектр услуг для современных туристов. От организации туров до визовой поддержки во все страны планеты. В этом году в компании наряду с отдыхом в дальних странах активно рекомендуют отдых на Черном море. Мы предлагаем несколько направлений. Первое направление – это направление Одессы, курорты Затоки. Второе направление у нас одно из самых популярных среди молодежи – это Николаевская область, курорты Коблино. Ну и третье направление в этом году по многочисленным просьбам наших туристов, граждан, мы выбрали направление Херсонской области – это курорты Железного порта. Отдых в Затоке – это Черное море, песчаные пляжи, обилие развлечений и хорошо развитая инфраструктура. Например, туристический комплекс «Тринбита» – один из самых уютных и привлекательных комплексов на Черноморском побережье. Расположен на самом берегу Черного моря, на первой береговой линии. У отеля отличный песчаный пляж с пологим дном. Детские аттракционы, прогулки на катерах, различные водные развлечения, многочисленные бары, магазины, базары. Все как на курортах Средиземного моря, но дешевле и без долгих трансферов и перелетов. Если вы в обед садитесь, наш комфортабельный автобус, утром уже вы можете купаться в теплом море. А оно действительно теплое. Средняя температура воды летом 22-24 градуса, плюс оздоровительный эффект. Вы только представьте, лечебный морской воздух, насыщенный йодистым испарениями, ароматы степных трав. Все это отлично сказывается на общем самочувствии человека. Ну и, конечно, солнце. А его в Затоке, Коблево и Железном порту предостаточно. По опыту прошлого года, если брать весь период отдыха, ну, максимум, может быть, 5-6 дней была такая пасмурная погода. С климатом разобрались, теперь о сервисе. А он сейчас очень изменился, причем в лучшую сторону. Убедиться в этом можно на сайте компании «Тур Сервис Вояж». На главной странице выбираем рубрику «Отдых на море». Появляется список стран. Кликаем на флажок «Украина» и выбираем гостиничный комплекс. О каждом из них здесь подробно рассказывается. Описание комплекса, его территории, график заездов, цена тура, питание, развлечения, реальные фото номеров и так далее. Кстати, кондиционеры в номерах сейчас не экзотика, а норма. А самое главное. Все пансионаты, которые наша фирма «Тур Сервис Вояж» предлагает нашим туристам, все гостиничные комплексы находятся на первой береговой линии. Кстати, любителям рыбалки советую приобрести туры в Затоку и Коблево. Великолепная рыбалка, ловится прекрасные черноморские бески вот таких размеров. А рыболовные снасти вам выдадут на месте. С туром определились, теперь посмотрим, на чем, собственно, будем ехать. На стоянке нас уже ждал большой комфортабельный автобус. Ну вот, Николай, это наш автобус. 52 посадочных места. Все сиденья удобные, мягкие, раскладываются. На остановках у нас обязательно чай, кофе и детям соки. И все это бесплатно. Кондиционер и телевизор в автобусе тоже есть. Управляют этой комфортной громадиной два профессиональных водителя. В этом году наше агентство проводит акцию. При бронировании тура в нашем агентстве, будь то туристические комплексы Затоки, Коблево, Железного порта, при бронировании двух взрослых, одного ребенка, ребенку предоставляется бесплатный проезд туда и обратно. Итак, подведем итог услышанного и увиденного. Отдых на курортах Затока, Коблево, Железный порт. Это отличный климат, отсутствие долгих трансферов и перелетов, минимальная акклиматизация, отсутствие языкового барьера, масса развлечений и экскурсий, современные и комфортные гостиничные комплексы. И все это по отличным ценам. Доказанный факт. Регулярное недосыпание человека вызывает замедление его мыслительного процесса. Что нужно делать для правильного сна, знает в торговом доме «Санит». Очень важный момент при выборе кровати – это материалы, из которых изготовлены кровати.
Мы изготавливаем наши мягкие кровати из высококачественного МДФ и массива хвойных пород деревьев. Это очень важный момент, благодаря чему кровать становится максимально устойчивой как к статическим нагрузкам, так и к динамическим. А она не скрипит? И не скрипит. Ткани и эко-кожа, используемые в кроватях от ведущих европейских поставщиков. Они обладают рядом полезных свойств – эффектом легкой чистки, антибактериальной и водоотталкивающей пропиткой. А многочисленные варианты обивки предоставляют большой выбор для любого интерьера. Ксения, чем докажете, что это качественный материал? Все материалы, которые мы используем в своем производстве, сертифицированы по международной классификации, в частности, AECOTEX стандарт 100. Каждая наша кровать комплектуется уже ортопедическим основанием с березовыми ламелями, благодаря чему функции и свойства ортопедические матраса, которая лежит в кровати, уже усиливаются в несколько раз. Для тех, кто привык использовать каждый свободный сантиметр пространства или у вас небольшая спальня, тогда вам точно в торговый дом «Санит». Здесь вам предложат кровати с подъемным механизмом «Газлифт». Это очень удобный способ для хранения белья, подушек и одеял. Теперь переходим к выбору матрасов. Кстати, история возникновения матрасов началась примерно 77 тысяч лет тому назад. За это время матрас существенно изменился. В торговом доме «Санит» представлен широкий ассортимент современных матрасов, как пружинных, так и беспружинных, с различной степенью жесткости и эффектом зима-лето. Идем смотреть матрас в разрезе. Итак, Николай, обратите внимание, что... Сочетания могут быть абсолютно различные. Матрас может быть как мягкий, так и жесткий. Это достигается благодаря сочетанию различных материалов, экологически чистых материалов. При производстве матрасов торговой марки «Санит» используются самые разные материалы. Натуральный латекс, кокосовое волокно, материалы с эффектом памяти, пены с различными функциональными свойствами. Все они сертифицированы по международной классификации AECOTEX стандарт 100. Также следует обратить внимание на то, что мы используем специальную аэрационную сеточку. Благодаря этой сетке матрас дышит. О качестве матрасов торговой марки «Санит» говорит ткань. Здесь используются бельгийские трикотажные и жаккардовые ткани. Можно найти бамбуковые ткани, ткани, обработанные ионами серебра с повышенным содержанием вискозы и многое другое. Важный момент. Клей, который используется при производстве матрасов «Санит», не выделяет запаха и вредных химических испарений. И особенное внимание стоит уделить канту, который расположен по периметру матраса, то есть это дополнительная защита. Благодаря этому канту матрас не будет терять свою форму. Но матрасники есть? Да, безусловно. Для поддержания гигиены сна мы рекомендуем приобретать на матраснике. Они у нас водоотталкивающие и очень приятные на ощупь. Не менее приятное ощущение вызывает мягкая мебель, которая представлена в торговом доме «Санит». Это итальянский стиль, итальянское качество и швейцарские технологии. Пожалуйста, присаживайтесь, Николай. Мягкая мебель торговой марки La Sofa тому подтверждение. Эта мебель оснащена надежным для ежедневного использования механизмом трансформации от ведущих производителей Польши, Италии и Бельгии. Уникальное свойство заключается в том, что внутри располагается матрас с ортопедическим эффектом. То есть точно такой же матрас, который мы кладем на обычную кровать. Радует и модельный ряд. Здесь можно выбрать разные по типу диваны – прямой, угловой или модульный. Многие из них раскладываются и оборудованы корбами для белья. Есть и самый настоящий эксклюзив. Его уникальность заключается в том, что он с регулируемой степенью жесткости. То есть он обладает съемным топпером на основе пены с эффектом памяти. Хочешь помягче – оставляешь топпер. Пожестче – снимаешь его. Этот топпер не оказывает обратного давления на тело человека. То есть улучшается кровообращение. Согласитесь, хороший выбор для правильного отдыха.